Девчулечки мои, красотулечки, привет, мои красавицы! Я только что сейчас сделала омо-мытье. Кому это интересно, как это делаете, вы можете посмотреть вот в этом видео. Вот в этом видео. Или зайти ко мне на мой канал. Не забыть подписаться и поставить колокольчик, чтобы к вам приходили мои следующие видео. И посмотреть заодно, как делать омо-мытье. Но сейчас не про это, а про то, мы с вами будем сегодня сами стричься опять. Одна подписчица мне написала: «Наташа, подскажите, пожалуйста, как можно самой сделать стрижку сессом?» То есть вы знаете, в чем заключается стрижка сессом. Ну уж прям вот сессом мы с вами, конечно, сами подстричь не сможем. Это могут только сделать профессионалы и, так скажем, только очень и очень квалифицированные и опытные профессионалы могут сделать стрижку сессом. Не все могут делать и умеют ее, я могу вас сразу предупредить. Но что-то приближенное мы с вами все-таки можем, девочки, сами сделать. То есть что мы делаем? Мы смачиваем волосы обязательно, когда вы, девочки, сами стрижетесь, нужно волосы обязательно смочить. Это будет легче вам с ними обращаться. И расчесываем хорошо волосы. То есть мы все волосы, если у вас длины, мы зачесываем вот сюда с вами вперед. Зачесываем вперед. Хорошо, хорошо, хорошо зачесываем. У меня, конечно, волосы для этой стрижки коротковаты, но я постараюсь объяснить вам технику, девочки. В чем тут смысл этой, как так скажем, стрижки сессом? Мы сейчас с вами вот все собираем. То, что у меня, как говорится, заберется, я вот так, я постараюсь забрать. Так, еще раз. Собираем с вами. И вот оттягиваем вот эти волосы с вами. Где-то не вот так делаем, не высоко, а делаем где-то вот ниже глаз. Вот так отводим, вот где-то вот сюда. И нам с вами надо вот этот вот хвостик, так скажем, перекрутить. Ну что нам перекрутить? Я вам уже тоже показывала, как я челку стригла, да? Мы собираем все волосы вот так вот в хвостик. Одеваем с вами наши волшебные резиночки, как я их называю. Вот так. Чтобы вам было легче, девочки. Вот так вот собираем. И теперь что мы делаем? И вот этот вот, еще раз говорю, чтобы у вас было не вот здесь вы собрали, а то это вы отрежете, у вас будет очень коротко и некрасиво. Поэтому мы делаем подлиньше, вот где-то вот сюда у нас, вот видите, у меня ниже глаз получается, вот даже чуть пониже. И мы должны с вами перекрутить. Для этого мы что делаем? Мы с вами берем и наш вот так вот хвостик поворачиваем с вами. Вот так. Поворачиваем. Угу. Вот так вот. Мы с вами берем, вот так, берем одной рукой и переворачиваем наш хвостик. И мы сейчас его с вами сострижем. Вот эту резиночку вы можете снять, вот так, держите руками и начинаем стричь. Вот пальцы я держу, вы видите, где, да, на переносице. И срезаем с вами вот эту вот, вот этот хвостик. Все. Все, давайте подровняем. Я не вижу ничего, девчонки, абсолютно. Ну, вот так вот еще надо подровнять немножко, чуть-чуть. Все, и отпускаем, и смотрим, что уже у нас с вами получилось. И у нас с вами получилась вот такая линия сессона. Вот и все, девчонки. У нас получилось... Во-первых, смотрите, что не длин, не коротко. Вот видите, где у нас все получилось? И у нас с вами получилась линия сессон. Вот и все. Мы сами с вами, девочки, сделали стрижку. Сейчас мы с вами сушим, укладываем и смотрим, любуемся на наш результат. Сделали линию сессон.
Как видите, все у нас с вами хорошо получилось. Ну, дерзайте, девчонки. Пожалуйста, ничего не бойтесь, ничего сложного. Так, скажем только, просто один щелчок, и вы со стрижкой сессом. Ну, так скажем, приближенные к стрижке сессом. Ну вот, мои девочки, что я вам хотела сегодня рассказать. Мои красавицы, кто новенькие девочки, подписывайтесь на мой канал, давайте с вами дружить, нажимайте на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. И приходите ко мне на мой второй канал, Натали Лайф. Там я снимаю свои влоги и показываю, рассказываю, как я живу. Ну, а с вами была я, Рубцова Наталья. До новых видео. Пока, мои девчулечки-красотулечки. Люблю вас всех, мои красавицы. Пока. Thank you.